Сегодня 8 мая 2021 года. Это я в Барнауле. Один Игнатий Лапкин. Без Володи. Как вы тут? Ну как, много времени трачу. Минимум 1,5 часа уходит на подготовку, накормить собаку, кошек. Все, что есть, пойти. Это сухари у меня висят. Печку пока не трогаю. Все на плитке. Что я сегодня делал? Картошки совсем мало. Но я 5 картофелин залил водой, разрезал их пополам на плитку и сварил. Потом у меня толкушка. Вот, покажу толкушку. Видно, простая, самодельная толкушка. Я растолок их в кастрюле. Вчера привозил Николай Павлович Кручина. Где он живет, рыбу, карась, примерно 35 сантиметров длиною с хвостом, я так замерил. Ну и вот наварила, от которой вода-то осталась, этой водой с чешуей варила, от чешуи много там, то, что будет желе. И вот сюда, в кастрюлю, пошел, собрал, у меня здесь есть репей. Так, что еще, одуванчик, чеснок растет, зелень. Еще что-то было. Крапива. Такая маленькая крапивка растет. Хорошая. Ревень. И вот все это изрезал. И обыкновенный лук. Вот такой вот. Все это перемешал. И сюда, в эту, где каша. Это раздавленная картофель. Вот я показываю. Это очень вкусное. Вот это от ухи, который навар. Называется двойная двухэтажная уха. Когда варят одну рубу, а в другой кастрюле или как... Ярша, от него навар очень хороший. Бывает просеживает, а тогда еще и рыбы. Бывает и трехэтажные. Ну вот, все, вот сухари у меня есть. Сухари держу вот в этом ведре. А накладываю, сколько надо вот эту вот. И я их размачиваю. Вода, которая от картошки была, отстоялась маленько. Я ее залил, она даже незаметна. Вот она, сухари. Вот это зелень, сколько у меня... Морковка, маленькие 8 морковочек. И 2 яблока. Растер, теперь перемешал вместе на самой мелкой терке. Вот она какая получается. И тут вот все это зелень. Зелень, это я и припуску. Все как будто бы, вот что у меня есть. Считай, ну, конечно, утром рано просфора. Просфора у меня. Вот вина, которая закрыта стеклянной крышкой. И святая вода. Всегда. Без этого никак. Мог бы еще добавить огурец, но уже ничего нет. Помидоры. Помидоров всегда много здесь. Зелень фактически одна. Вот представьте себе. Картошка. И вдруг из-под ухи, которая отдельная жижа, желе туда. Ну и вот. Добавил маленько от картошки, которая оставалась, вода навар. Ну, Надежда Васильевна принесла блинчики. Прошу, не надо. Нет, бесполезно. И вот такой завтрак. Что он во что мне обошелся? Ни во что. Ни копейки. Ни копейки. Сухари там где-то достал. Не знаю даже, от чего оставались они. А, еще забыл сказать, еще и рыба. Рыбу люди, когда смотрели, мы ловим. Сейчас я открою. Гальяны маленькие. Куда вы таких? Они просушенные, очень хорошие. Вот она в баночке. Я вот рукой сейчас достану и покажу. 5 грамм. Это вот, которая раздавленная. Это вот он почти целый гальян лежит. Вот он. 5 грамм с пальцем. Поперек пальца хватает только его. Это очень вкусно. Кошки, как только баночку беру в руки, они уже тут как тут. И вот и все по простоте. Солью посолил. Вот, чай, который заварен. Вот лежит корень солодки. Его много. Ну и на варенье будет еще кориандр. Иногда черноплодка здесь. И плюс... Бутылку привезли мне молока, теперь отстоялась сметана и простокваша. Вот посчитай, что это. Это все бесплатно. Конечно, все заправляю растительным маслом. Вон банка, она стоит, банка. Вот это вот растительное масло. Да, забыл еще сказать. И сотовый мед. Вот перга, которой осталось мало уже. Очень вкусно это все. Вот она, его даже покажу больше.
Это я даже так просто сел и каждый раз, ну скажите, чем вы питаетесь, чем питаетесь? Вот и питаюсь. И это дал знакомый пасечник Шерстобитов Геннадий Павлович, бывший Потеряевский, хорошая у него пасека, и он специально привел рамку нам угостить. Ну, не отказываемся, благодарим Бога, молимся, благослови его Господи. Вот то, что на завтрак сегодня. Конечно, время много это отнимает, но благодарение Богу. Да, утром рано еще им мед, вот мед в банке, который у него покупали. На ночь ложка меду в теплой воде и сон. За мной замещали, я полностью отрубаюсь, как говорят, ложусь спать, когда 47 секунд. Вот так это, я очень здорово. Ну, 10 июня, тут осталось-то фактически один месяц еще, мне будет 82 года. 82 не такой уж и преклонный, средний возраст 86 у японцев. Но это японцы. Ну и питание очень много значит здесь. Вот я показываю, все на глазах. Лук нарезанный, ревень. Вот даже листики капусты, вот они, видать, ну это я изрезал. И сюда запустил его. Все, желудок принимает. По славу Божию, не осудите. Вот теперь зашел в эту комнату. Утром голуби у меня тоже снимаю иногда. Вот мое рабочее место. Хороший программист, когда начальник вроде фирмы, утащил у меня к себе компьютер и все, что требуется, снял данные, убрал, и его промыл изнутри духовно. Не духовно, а там, ну, что там накопилось. Уже много было мусору, как говорится, на дисках полностью. Ну, а теперь все сразу никак не сделаешь. Другие программисты. У меня фактически 4 программиста работают на меня. Бесплатно. Все это бесплатно. Он купил мне компьютер. Это люди, которые понимают. Да, забыл сказать еще. Вот. Что тоже бывает несколько. Сразу забудешь. Вот это. Орехи. Грецкие орехи. Это уже я их, наверное, колотил здесь. И все. Вот так. Тоже понемногу употребляешь. Богу слава. За все благодарим.